Может, я смогу его понимать? Может, мы с Натанием закадычными собутыльниками? Время уже позднее. Да, вижу. Так, то есть надо двух часов в хату успеть зайти, да? Иначе в карманах полазят, облапают. Я думаю, будет не очень. Если еще облапают. А, не, нифига. Сначала. Это. Остальное. Нет, вот это вот. Все. Остальное мне все нужно. Отлично. Так. Так, значит, фермерство, выберите профессию. Культиватор. Вы продаете урожай на 10% дороже. Вы продаете продукты животноводства на 20% дороже. Ну, культиватор пусть будет. Войну. Снова дождь, да? Да. Ну, начнем, в принципе. А это строится, короче. Типа, ой, страшно было. Я так понимаю, скоро вот тут вот мне придется вот это вот делать, да? Так. Да, мне хватит только на 2 улья, но они и то сейчас работать-то не будут. Так что так сделаем. И вот так. Так, как раз сохранена, отлично.
принципе, да, они работают так, как я и думал. Ладно, вот эти два сплиттера уберу. Ладно, поставлю сюда. Только они уже не хотят поливать. Ну ладно. Ну ладно. Ну тут что-то помощнее сплиттера. Чтоб оно поливалось аж. Так, хорошо. Дворф. Не знаю, зачем. Но я хочу попробовать получить что-нибудь от дворфа, интересно. И удастся или нет, вот у меня такой вопрос. Удастся или нет? Вручим ему еще не свиток этот. Угу. Как бы должно одно сердечко даться, да? Так, 35-й. В крайнем случае, много чего буду делать за кадром, а не за кадром там какие-нибудь события здесь будут происходить. А может, все будет на запись. Вообще, хотел все на запись в этой игре, чтобы было у меня. Ну, потому что как-то охота. Может быть, местами неинтересно, но такая игра, да. О, кварц. Еще кварц. Я без меди не уйду. Без меди я точно не уйду. О, а тут есть где-то лоханецка, в которой полюбас что-то есть. Да. Уголь. Неплохо, чё могу сказать. А побольше желуды нам
набрать сначала, потом уже идти раздербанивать ее. Так, медь. Опять же, не забывайте, заберите. Норманс. Кстати, вот я заметил, в последнее время разработчики майна, да, они начали, ну, реально начали так развивать игру, так, не шажками, да, а шажищами такими. Ну или, по крайней мере, стараются. Ну давай, найди селю. Так. Я сейчас не повезет, это будет просто капец. Не-н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 е. Отлично. Я еще там денег потерял, там сразу же списываться стало. И сейчас мне напишут, что я тебя нашел, там тебе кто-то об этом. Так, уважаемая, вчера ночью член команды обнаружил вас без сознания. Мы отправили команду медиков, вам вызовем счет на... А я хочу платить счет на эту сумму, алё. Может, мне там неплохо спалось, а? Медиков, блин. Эдиков. Ё-моё. Медиков. По-любому какие-нибудь эдики это все делали, а не медики. Кешки. Короче, сплиттер это бесполезность, если их мало. Это бесполезность. Не, ну правда, если их мало, то это бесполезность. Если их нормально, то это нормально. Чего? Маслят, что ли? Лисичка. Блин, ну теперь охота... грибов маринованные. Мы по грибы вообще овер дофига не ходили. Обидно. А, у меня тут курты не точные. Ну да.
Неплохой такой хлеб, да? Ладно. Так. Так. Так, две майонезницы. Буду так их называть. Улей. Ну ладно, пока что все, что я хотел, пусть будет, сделаю вид. Так, что еще-то? Короче, понятно. Так, какие настройки? Так, полито, все нормально, значит. Ясно, понятно. Я не понимаю, вот, что это значит. Ну ладно. Перец. Все, что на халяву, оно всегда, ну, вы поняли. Как там на халяву и уксус сладкий. И хлорка, сахар и т.д. и т.п. Неплохо сходил. Очень даже неплохо сходил.